Студент? Это не, я думаю, это не студент. Это хлоп, сэр, работаю. Конечно, вот это сосна. Прикольно, да? А ты видела, что вот там, где мы стоим, вот прямо над палаткой корни идут поверху, значит, там ток действительно камень. Прямо вот такой толщины корни. Просто я такое как впервые вижу, да, чтобы такое было. Да, если чуть-чуть получше дороги, сюда можно было бы прекрасно школу расположить. Или там даже эти стульчики, столики для деток такие, всякие лопаты. Там на третьем берегу как-то как. Ну, для малых? Ну, для малых-то, для любых. Да, ну, понятно, не для десятиклассников. Мы ездили в дендропарк, что-то там. Что-то это было в этом смысле, если бы я хотела. Несмотря на всю ее вредность, ты ж про нефть вспоминаешь с содроганием. А? Да я звук уберу. Там, ой, по умолчанию говорила, что звук на них плохой. Прикольно так, да, вот если в солнце так, да, смотри, такая ярко-ярко-зеленая. Да, но удивление сочное. Двигаться в воде, видно, что все-таки натягивает или расходит. Пойдем через верх. Че тот путь? А, тот путь не жаркий, да? Не, утром жаркий. Это оттуда солнце сейчас херячит. Если по горе пойти, может и ближе. То лучше понизу так вернуться, как мы и пришли. Да там, зато все время в тени. Может, иди воду понабирай, чтобы тебе со мной не шляться. Я сейчас туда-сюда пройду. А где? Где? А вон здание, видишь. А я к тебе подойду сейчас.